Доброе утро. Сегодня на территории республики ведется тушение 6 лесных пожаров на общей площади 141 тысяч гектар. Из них у нас локализовано на сегодня 104 тысячи гектар. Это в 3 районах республики. Всего действует у нас 29 природных пожаров на общей площади 222 тысячи гектар. Ну, у нас остались пожары в Усть-Майском районе, в зоне обслуживания. Там один пожар локализован, два действующих пожара. В Чурапче один локализованный пожар и в Нюрбинском и Мирнинском районах. Но по Нюрбинске и Мирнинском районам сегодня планируется их локализация и дальнейшая ликвидация. Всего у нас на тушении задействовано 145 человек на сегодня и порядка 7 единиц техники. Также у нас за сутки ликвидировано два пожара. Это в Мирнинском зоне обслуживания и Ленском зоне контроля. Также есть новые два пожара. Это в Жиганском районе. На сегодня у нас идет работа по вывозу сил Федерального резерва авиалесохраны и в рамках межрегионального маневрирования, которые у нас были привлечены силы региональных авиабаз. Сегодня как раз планируется вывоз 99 человек из Кантамассийской группы.